Что произошло? Вот этот уважаемый человек, который герой Украины, которого преследуют в течение последних нескольких недель всевозможные разведчики, правильно? Всевозможные шпионы, хотят создать ДТП с якобы его участием, бегают всякие, извините, присмыкатели премьер-министра к нему договариваться, он их всех откидывает. И украинский народ, а также молодая поросль в Верховном Совете, молодые политики, которые пришли в парламент и выступали жестко против того режима коррупционного, который снова устанавливается. Так вот, после того, как мы вместе все наступили на хвост ящерицы, которая называется коррупция в Верховном Совете, и в Верховном Совете Украины, и в Кабинете министров Украины, эта ящерица сделала вот так на этом злополучном заседании Кабмина. Вот наведите камеру. Ящерица отбросила хвост. МЧС – это просто хвост. Это даже не часть организма. Он снова вырастет. А надо резать не хвост, а голову. Нужно с коррупцией бороться системно. И недостаточно просто уволить руководителя МЧС в такой похабный, пошлый способ. Его надо было взять с поличным и засадить на 15 лет. И есть за что. Я готов предоставить материалы, информацию о том, как делались преступления.